змей! Там не боятся целую армию! Клетка эта не слишком ли ему мала? Он и повернуться не может. Подальше. Интересный у вас Василиск. Понятное дело, интересный. В наших краях такой бестии не увидишь. Они только в далекой Зерикании родятся. Из яиц петухом высиженных. Из яиц петуха, говоришь? А как же? Такого петуха, который на вроде квочки другому петуху дупло подставляет. А яйца, которые такой петух отложит, должен потом 101 ядовитый гад высидеть. И тогда из них Василиск вылупляется. Интересно, этот Василиск выглядит совсем как виверна. Кстати, довольно молодая и хилая. Глупости вы болтаете. Это же Василиск. Самый что ни на есть настоящий. Верно, что я там могу знать? Я ведь просто ведьмак. Эй, эй! Ежели это не Василиска, а виверна какая-то, за что я платил? Отдавай деньги, жулик! Отважные войны, не напирайте так, а то... О, берегись! Скотина! Сука! Василиск был фальшивый, но и клетка. Держись от меня подальше. Слава королю Радовиду!